Тысячи любителей самого массового зимнего спорта в России стали участниками 41-й всероссийской гонки «Лыжня России-2023». В Приморье мероприятие было организовано сразу в нескольких муниципалитетах, а принять участие в нем могли все желающие. Так, на острове Русский собрались более 500 лыжников, для которых было предусмотрено несколько дистанций – 10, 6, 2 километра и 600 метров. У нас сегодня чудесная погода. Кто бы мог подумать, что сегодня будет такой замечательный плюс. Может быть, на Лыжне это не самый самый легкий снег, но, по крайней мере, удовольствие и тепла будет через край. Дорогие друзья, я хочу вам пожелать просто насладиться этим моментом. Сегодня это же любительские старты. Конечно, вам важны эти секунды, но я вот привез сюда своих детей для того, чтобы они просто почувствовали этот замечательный день. По словам лыжников, для них главное участие, а лыжня на острове Русском стала местом отдыха для всей семьи. Еще один отстающий от общей группы убегает сейчас. Отметим, что старты были организованы как для профессионалов, так и для любителей зимнего спорта. Здесь же состоялось награждение победителей акции «Лыжня Приморья. Регистрируйся и побеждай». Все они получили подарочные сертификаты. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.